Так, ну что, всем привет. Сегодня вот у нас вечернее кормление. Вот так вот раскидал немного зелени. Получается здесь кабачки, патиссоны, немного капусты. Немного удалось, как говорится, разнообразить рацион. Сейчас, кстати, должен начать поливать полив, поэтому вот решил немного заснять. Вот так вот у нас получается. Здесь вот и капусту вон уже вылезли, кстати, кушают. Вон там вон и патиссоны с кабачками. Вот так вот на каждый поддон раскидываем. Вот они сидят, кушают. Вот сейчас должен начать поливать полив. Время приближается к 6 часам вечера. Вот, ну, как бы вот так вот все нормально, потихонечку растут, питаются. Вот. Ну, что сказать, вроде все неплохо, немного трава заросла, но без нее никуда. Во втором загоне все чуть-чуть получше. В том плане, что травы побольше. Трава сажалась пораньше. Вот. А так, в принципе, идем неплохо. В этом загоне мы сможем держать улитку до поздней осени. Там начнется сбор чуть пораньше. Вот. Где-то в конце сентября. Может быть, даже чуть пораньше. А здесь можно будет прямо до октября, как говорится, держать. Вот. Ну вот, собственно, вот так вот у нас вечернее кормление проходит. На каждый поддон рассыпается корм. Сейчас у нас польет полив. И после этого через минут 30 где-то... О! Полив. И после этого минут через 30 будет комбикорм. И будем уже закрывать на сегодня. Они уже будут ночью питаться. Вот, собственно, полив сработал 6 часов по таймеру. Вот такой вот поливчик. Такие, собственно, новости у нас. Все идет своим чередом.